как смонтировать свой собственный ролик. Удалить или вырезать нужный фрагмент видео, либо заменить аудиодорожку. Для этого воспользуемся программой VirtualDub. Это бесплатный видеоредактор, с помощью которого вы можете монтировать свои собственные ролики. Для начала добавим видеодорожку. В главном окне у нас отображается исходное видео, а также редактируемое видео. Для того, чтобы удалить ненужный фрагмент видео, нам достаточно установить ползунок, нажать на пиктограмму начала выделения, переместить ползунок, нажать конец выделения. Как видим, фрагмент у нас выделился, и для того, чтобы его удалить, достаточно нажать клавишу Delete. Для того, чтобы сохранить фрагмент из видео, устанавливаем ползунок также в интересующее место. Нажимаем по пиктограммам начало и конец выделения. Переходим в файл. Сохранить как AV и сохраняем. Для того, чтобы заменить аудиодорожку, переходим в файл. Открываем сохраненный наш фрагмент. Можем прослушать исходную аудиодорожку. Казаться, что держать дома неисправимого охотника – плохой выбор. Для того, чтобы заменить аудиодорожку, нам достаточно перейти в раздел «Аудио», «WAV Audio», выбрать интересующую мелодию и прослушать результат. При сохранении видео мы также можем поработать с настройками, перейти в раздел «Компрессия» и выбрать интересующий кодек. Данная программа на официальном сайте только в английском варианте. Русскую версию можете скачать по ссылке снизу. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.